Не стоит здесь оставаться. Давай. Надеюсь, меня еще не заметили.
Убирайся! С этим бороться ты умрешь! Все кончено! Победа! Сейчас же! Yeah!
Thank you.
Алексиос, самый разыскиваемый эллин. Рад буду повидаться с мамой и Брасидом. Элла! Кто ты? Я? Да так никто. Но ты... Ты величественнее, чем говорил Брасид. Может, вон та статуя в твою честь? Брасид? А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Брасид умеет распознать воина. Моя слава переживет любые статуи. О, да. Люди должны слагать о тебе песни. Аркадий, ты настоящая легенда. Где Брасид? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они?
Мог бы. За это Брасит мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Ты умрешь! Слава переживет статуи. Серьезно? Скажи мне, где они, или срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Говори, где моя мать, или отправишься к вратам Аида, насаженный на копье, как гусь на вертел. Прошу. Пощади! Говори! Они на утесе около Тегеи. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Говори, или будешь болтаться на этом дереве на собственных кишках. Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Зря ты мне угрожаешь, Малака. Я не угрожаю. Я обещаю. Кто-то уже взял? Yeah!
Yeah!
Давай. Элла. Ах.
Марта! Ha!
Давай. Элла! Нужно убить Архонта. Хвала богам, ты здесь. Я получил весть. Я убил посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорила Мирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Мы должны выяснить, что творится в Аркадии. Попробуем решить проблему с Лагосом, не обнажая меча. Прекрасно! Поступим так же, как ты поступил с дельцом в Коринфе. Я это запомнил. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угрозы и подкуп не его методы. Он крестьянин, не убийца. Что ты задумал, Брасит? В отличие от Мирин, я думаю, нужно действовать тихо. Для начала я загляну в его убежище. Вдруг найду что-то интересное. Ну а ты что думаешь? Отправим Архонта в царство Аида. Лишим Спарту запасов. Пусть фальшивый царь собирает крохи. Архонт уже не тот, кого ты знал. Он служит культу. Вовремя я появился. Это точно. Но пора принять решение. Твоя стратегия разумна, Брасит. Спасибо. Я очень рад. Чувства не дают вам ясно мыслить. Лагос кормит и защищает тысячи спартанцев. Если он погибнет, может начаться хаос. Убежище – дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там, а пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый Архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полные амбары зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Где именно мне искать солдат Лагоса? Кто-то может быть в казармах в Тегее. Есть еще лагерь и крепость в лесу контрабандистов. Убей всех солдат, и мы ослабим его защиту. Где мне искать амбары? Зерно он прячет в колыбели пана. Сожги все, и его богатство улетучится вместе с дымом. Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Ты не понимаешь. Речь не об огне и зерне. Это личное. Thank you.
Скажи, что ты еще. Благословит тебя Гермес.